Вот такой вот заказик мне пришел с розетки. Итак, первое, кабель HDMI на 0.5 метра. Вот такой вот кабель. Контакты, если видно, то даже позолочены. Еще один кабель HDMI, который на розетке был по скидочке. Кабель ProLink 3,3 метра. Вот такой вот толщины этот кабелячек. Видно, что он потоньше будет, чем этот кабель по толщине. Ну, тоже разъемы хорошо сделаны, тоже как будто позолочены. Также я заказывал переходнички с HDMI на micro HDMI. HDMI на micro HDMI. Переходничок плотно входит. Вот такой он увеличенный. Вот, вот мой палец, видите. И еще один HDMI mini. HDMI. Вот он. Тоже хорошо. Плотненько входит. Вот они как отличаются. Micro HDMI от mini HDMI. Если видно. Вот. Это mini, это micro. На 32 гигабайта силикон Power Touch T06. Вот такая флешечка. Если сравнивать с пальцем, вот большой палец. Еще одна флешка. Kingston Data Travel USB 3. Как эта флешка выглядит? Kingston Data Travel на 16 гигабайт. Она будет побольше Silicon Power, да, видно, что во много раз. И еще вот такая Team Group флешечка, тоже на 32 гигабайта, класс 10. А теперь перейдем к скорости. К скорости передачи данных в этих флешках. Silicon Power так выглядит. Сейчас посмотрим скорость передачи файлов. Итак, мы перекинем несколько файлов по 300-400 мегабайт. Смотрим скорость передачи данных. Да, видно, что скорость падает. Уже до 7,5 упала. Ну, на 7,5 держится. Вот так выглядит Kingston у меня на Ubuntu. Ну и сейчас тоже посмотрим скорость. Ну, она пишет USB 3, но у меня порт USB 2. Посмотрим, сколько будет на USB 2 порту. Итак. Вот вверху видим, Silicon Power уже упал до 7. Разница не очень большая, конечно. MI5. Вверху Silicon Power переписывается, смотрите, а внизу Kingston. USB 3.0 пишет. Kingston упала скорость быстрее, чем Silicon Power. Видно, что Silicon Power держится на 6.9, Kingston уже упал на 5.9. Держится на 6.9.
Последняя память, это карточка Team на 32 гигабайта. Вот так она выглядит у меня в свойствах на Ubuntu 14.04. И попробуем сейчас тоже на нее закинуть несколько файлов. Вот пошла запись на эту карточку. Класс 10. Видно, что Silicon Power уже 6,6 мегабит, а Kingston упал до 5,3, держится 10,3. Silicon Power уже закончил писать. 9,6. Тоже неплохая скорость для карточки.